телефон разбила, короче. Телефон разбила, и, видимо, зимовая. Привет, привет, привет. Привет. Ну, как я вам? Кудыш? Так, привет, Уфа, Валера. Так, привет. Сегодня уже сделали кардио. С утра сделали в зале, потом пошли погуляли чуть-чуть. На горы забирались, очень круто. Спасибо, 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 ребят. Привет, привет, привет. Ну что, смотрите, похудела. Я прогрессирую. Сейчас Сережа здесь где-то занимается. Так, здесь занимается. Выпуск. Я сделала выпуск. Вы что, не смотрели мой выпуск? Вообще, какого черта там так мало просмотров? Быстро все пошли и посмотрели. Жир хорошо горит, когда ты ничего не жрешь. Много делаешь аэробные нагрузки, кардио, пьешь воду. Вот, и стараешься восполнять чувство голода, например, казеинчиком. Я очень люблю так делать. Так. А, новый? Ну, блин, ребят, пока старый нормально не соберется, короче, просмотров, я новый делать не буду. Так, интервальное кардио. А, насколько я слышала, что интервальное кардио – это когда ты бежишь и меняешь динамику свою. То есть на ускорение, потом замедляешься. Сперва пульс у тебя в состоянии достаточно спокойно, умеренном, 130. И разгоняешься до 160 где-то вот так вот. Вот, в общем-то, я слышала вот такой вариант. Ну как вам? А? Я реально стараюсь. Так, выходит 5 раз, кушать ничего не есть. Чего? Ничего не поняла. Я, блин, кушаю много, но сейчас стараюсь примерно по 3-4 раза в день кушать. Но я ем как слон, конечно, еще много. Но сейчас буду уменьшаться. Сколько углеводов держишь нынче? Слушай, пока углеводы, если честно, не считаю, стараюсь себе, если зрительно, то где-то 4 ложечки овсянки в день и бананчик. Все, больше ничего. Так, спасибо, спасибо, мне так приятно. Слушайте, на самом деле, я думаю, что я самая злая. Так, сколько раз в неделю надо заниматься? Сколько раз в неделю? Я думаю, что от трех раз. Ну, например, 2 аэробных и 1 силовая. Так, сколько стоит программа у меня? У меня стоит от 3000 рублей программа. Там я составляю программу питания, тренировок, плюс аудиозаписи. И месяц меня можно еще беспокоить. Так, спасибо, спасибо. Если надо убрать жир, хватит только кардио или силовые тоже. Чтобы убрать жир, нужно в первую очередь заняться диетой. Да? То есть абсолютно исключить быстрые углеводы, это сладкое. И урезать простые, сложные, это медленные, какую-нибудь там крупу, то, что вы кушаете, рис. Вот, то есть диета. Так, у меня есть... Кто? Гашиш, давай. Отобыримся, а давай, почему нет? 3000 рублей за что? Если тебе очень интересно, за что, то все свои вопросы, как, зачем, почему, я ВКонтакте тебе поясню. Находи меня, пиши мне туда, и мы с тобой разберем, почему, да за что. Спасибо, спасибо. Сахарозаменитель вреден. На таких дозировках, каких мы употребляем, я думаю, что абсолютно... Я не думаю, я уверен на 100%, что нет. Вредно жить, в принципе. Так, даю. А почему углей мало так? Да, я сушусь. Я готовлюсь к соревнованиям. Мои соревнования будут в Китае. Так. Надо есть все подряд, диета зло. Ну, да, это ты на самом деле счастливый человек. Я абсолютно тебя поддерживаю. Спасибо. Жирочек, да. Какой размер? Размер чего? Так, все программы уже давно написаны для всех типов. Гусла и губа помощь. Ну, в общем-то, да. Но я, так сказать, стараюсь индивидуально подходить к людям, когда они обращаются ко мне, и отмывать бабки. Это не мое немножко. Вот. Так что, в принципе, я имею пассивный доход, и на нем могу существовать и без программ, без писания программ. Размер правильный. Так, где найти такую же красивую? О, да вы что, ребят, какая-то красивая. Ну что, смотри, мой пресс. Вот он есть. Вот он, мой пресс. А, привет из Видного. А, Видное, привет. Видное. Давно я там не была.
Нет, нет, я не замужем, меня никто не берет. Так, фитнес, да-да-да. Нихера пресс. А, красотка, а, спасибо большое. Фитнес, бикини. У многих, вроде, ну, импланты они. Кому хорошо, кому плохо. Дело каждого. Так, не болтай. Больше устаешь. Нормально, ребята, я привыкла. Так, и что? Всем... Ну, в общем-то, да, я вышла, на самом деле, пообщаться, поболтать. Я думаю, что вдруг меня моя мама смотрит. Вот, она у меня грустит сейчас, скучает по мне. Так что, претрин пьешь? Нет, не пью, потому что это очень сильно разгоняет ЦНС, центральную нервную систему, и я очень нервная сама по себе, стараюсь не пить такой херни. А, тест колешь? Нет, не колю, но я думаю, что, может быть, когда-нибудь попробую. Ты мужик или баба? А, пока еще не определилась. А почему с распущенными у меня? Слушай, с распущенными, потому что сегодня все очень просто. Мне надо было снять рекламу Genetic Lab, и я сегодня такая вся накрасилась, помыла голову. В общем-то и все. А так обычно я волосы собираю. Так, секса мало, хорош. Да ладно, ребят, я не обижаюсь, я не парюсь. Вот, так. Банка. Так, инсулин колят билдеры. Зачем? Это опасно, да, но для того, чтобы быстро поднять сахар, это самый такой быстрый способ. Ну, это когда сахар понижается, такое состояние полуобручное, можно поймать кому. Но это, как правило, делают либо ребята в больших категориях, каких-то там тяжи, я не знаю, супер тяжи, там, ну, это редко, я знаю. Я даже никого не знаю, кто из фитнес, бикини или бодифитнес там, да, колят себе, или физики. Я знаю вот классиков, не знаю билдеров больших. Да, что, так, народу в залах, так всегда. Не, на самом деле много. Жопу качаешь, а качаю. Сколько жмешь, не жму вообще. Вес как набрать? Как набрать вес, ребят? Я набрала вес. За год я стартанула на 20 килограмм мяса. Я ела через каждые 2 часа. Я блевала. Я проглатывала все, что я блевала. И, в общем-то, ложилась спать. Вот, и занималась постоянно. И так набрала. Набрала 20 килограмм и стартанула. Стала абсолютный бодифитнес. Так. Разденься. Блин, тут нельзя. Тут пухет этот. Ты чё, меня тут убьют. Ямочки на попке лучше как убрать. Это все жирочек. Если это не генетический какой-то дефект, то это, скорее всего, жир. И жир мы убираем локально, к сожалению, это нереально. Это со всего организма, это именно диеты. Покажи зал. Да, ради. Это только первый. Это первый. Тут их 2. Так, фигура класс. Ты большая умничка. Спасибо, мне очень приятно. Но я уже небольшая, я уже уменьшилась. Уже уменьшилась, я сдуваюсь, ребята, и я очень постараюсь уменьшиться еще. Сережка качает, скорее всего, свои шикарные руки, свои банки. А, да, конечно, конечно, дети, да, он тоже готовится на соревнования. В общем-то, это и его соревнования, я уже так. Так, сними линзы, я вообще иногда снимаю. Привет, зайка, супер, спасибо большое, крутая, спасибо, спасибо. Серегу когда будет вещать? Слушай, надо будет сказать ему, да, тут что-то забыл он про вас. Так, выступать я буду, выступать, я не уйду из бодибилдинга. И мне кажется, я, даже если я хорожу, я после того, как остановлюсь, сразу же пойду выступать. А сколько мне лет? Мне на днях исполнилось чуть-чуть. Вот, не буду говорить сколько. Помыться не забудь после тренировки. Ну ты прям КП. Желаю ему удачи. Хорошо, обязательно. И на самом деле его, ребята, вы его поддерживаете, потому что это тяжело и сложно готовиться. После тестостерона голос такой. Да я не кололся тестостерон. Голос такой после стероидов. Так. Наши Даши 20 лет. Ну да. Ладно, ты до 40 будешь билдершей. Что дальше? Ну а дальше я повешусь. Что дальше? А, надо говорить еще и больше 18. Окей, хорошо, спасибо. Ну что, пресс? Ценим пресс. Мне кажется, с каждым разом он становится глубже. Он реально становится глубже. Не знаю, видно мне, не видно, но я вся мокрая. Ух. Покажи, что накачала. Накачала. Накачала бомбические формы, на самом деле. Очень крутые. Для обычного человека я выгляжу очень круто. Для спортсменки, конечно, я жирная. Мокрая, да. Вот.
Что сложнее уменьшается? Блин, ребята, очень-очень проблематично уменьшаются руки, плечи. Ну никак, вот эти бицепсы, вот эти вот жуткие трицепсы, они не сдуваются. Ноги уменьшаются, руки нет. Мирякова знала, лично не знакома, но, конечно, Мирякова знала. Так, так, привет, спасибо. Заставляешь себя питаться правильно. Блин, ну слушай, я просто хочу выглядеть круто. Я просто хочу видеть плоский животик, там слегка рельеф в кубике. Поэтому, не знаю, хочется нравиться парням. Там и многих мальчишек это заводит. Поэтому я стараюсь не жрать. Хотя жрать очень люблю, на самом деле. Мне кажется, что я за банку варенья продам родину. Будь веганом. Ну, конечно, зачем мне это? Я мясо люблю поесть. И ем я нормально. Так, красивая, но некуда так качаться, ты же девушка. Слушай, я, во-первых, я девушка, ты мужчина, и что там, я не знаю, там, ты чей-то муж, чей-то брат, чей-то сын, я там чья-то дочь. Но я спортсмен, понимаешь? Я этим занимаюсь практически на профессиональном уровне, ясно? Уже 4-й год. А, так, покажи пресс. А, ради бога. Так, ну что, друзьяшечки, рада была с вами пообщаться. Так, ладно, ты меня начинаешь раздражать. Так, ладно, все, я побежала. С вами прощаюсь. Всех обняла. Мои соревнования начнутся с 29 ноября. Так что, ребята, жду от вас максимальной поддержки. Всем дарю солнце и свою улыбку. Пока-пока. Мама, если ты меня смотрела, повторюсь, я тебя люблю.